Пока политики ломают копья в спорах о политическом будущем страны, простых граждан волнуют в основном насущные проблемы. Самое главное – это мир, чтобы не было войны. Это самое главное. Власть должна повернуться лицом к народу, чтобы в стране был мир, чтобы были рабочие места, чтобы поднялись пенсии и зарплаты, чтобы люди не нуждались в куске хлеба. Все это жители дома номер один в переулке Штурманском на Коммунаре говорили на встрече с народным депутатом Украины Евгением Морозенко. Недавно здесь в рамках программы «Нардепа. Дорога к дому» сделан ремонт подъездов, во дворе установлен первый солнечный фонарь. Потому Морозенко приехал, чтобы лично проконтролировать выполнение работ, а заодно пообщаться с людьми. Все люди хотят от власти мира, покоя и выполнения своих обязанностей. Они хотят, чтобы власть их защищала и помогала. Ну, или хотя бы не мешала. Вот этого хотят люди. А, к сожалению, наша власть сегодня во многом мешает людям жить. С мнением людей надо все время сверяться. И очень хорошо, что есть оппоненты. Вот они как-то так стимулируют нашу работу депутатскую. Не все должны говорить о добрямс, не все должны говорить одно и то же. Очень хорошо, и я когда встречаюсь, я особенно благодарю тех людей, которые со мной спорят. Потому что в споре рождается истина, как известно. Важно, чтобы этот спор не закончился мордобоем, как у нас в стране закончилось это сейчас. И не только мордобоем, но и смертью людей, и войной реальной гражданской. А когда мы работаем с людьми и общаемся постоянно, это всегда снижает градус конфликта. Очень плохо, когда власть людей не слышит. Она должна их слышать и по ним сверять свои действия. Вот тогда хорошо. Вот мы это сегодня делаем.